Ja, im Rahmen von Neuer Schleif beschäftigen wir uns natürlich auch mit Technik. В рамках, в наших рамках мы занимаемся также и техникой. И следующая наша часть мы посвятим технике защиты растений. У нас в последнее время появилось много новых машин, много новых техник. Мы работали с самоходными платформами, с тягачами. И в конечном итоге мы сейчас... Мы расширили эту платформу на две дополнительных модели, на которые мы хотели посмотреть, чтобы понять, что за этим скрывается. И с другой стороны, портфель продукции тоже. Это трехточная техника тоже, как здесь мы все это сделали. И сейчас мы хотим это посмотреть по видео. Для этого мы пригласили наших двух коллег, Фель и Плапат. Оба они работают в отделе Sales Support. Оба профессионала, то, что касается техники защиты растений. И мы просто заранее посмотрели на эту технику, записали все это на видео. И сейчас мы вместе это посмотрим, и я буду рад, если в чате вы напишете пару вопросов, или потом здесь вживую в студии сможем подискутировать. Добро пожаловать. 21 год, Хош. Здесь мы хотели вам представить нашу группу продукции защиты растения. Меня зовут Йенс Фель, меня зовут Максимилиан Плапат. Мы хотим представить новшества 2021, 2022 и коротко рассказать вам о них. Йенс, у тебя CS для нас новое. Что здесь новое? CS – это наш... новый распрыскиватель, абсолютно новый. Здесь мы объединили опыт самоходных и прицепных распрыскивателей и сделали их больше эффективнее. При помощи этого опрыскивателя мы хотим установить новые стандарты на монтируемых распрыскивателях, чтобы здесь было, соответственно, свой контроль управления. CS обозначает Compact Spray, то есть здесь мы разработали машину, которая компактна и подвижна, но в то же время очень мощной может быть. Мощная означает то, что у нас ширина, рабочая ширина от 50 до 30 метров и объем бака до 2200 литров. Также есть на 1800 и 1400 литров на выбор. Этот опрыскиватель впечатляет тем, что он устанавливается очень быстро, близко к трактору, к тягачу. То есть таким образом весь груз, весь навес идет на заднюю ось трактора. И таким образом у этой машины мы отказались также от привода для этого вала здесь. То есть в серийном производстве это приводится в действие гидравликой. То есть это монтируется к тягачу, и гидравлические шланги удобно подсоединяются здесь. И потом, соответственно, этим угольником опять отсоединяются. Это очень удобно и экономит время для монтажа этого опрыскивателя. Штанги здесь очень важны для этого опрыскивателя. Штанги – это как интерфейс, как точка перехода к растениям. И здесь в прошлые годы наши эти системы пользовались большим успехом, и мы их используем и на новой модели. Особенно здесь то, что здесь мы работаем очень реактивным управлением, получаем очень стабильное, эффективное управление этими штангами, и таким образом получили возможность расстояние до 30 сантиметров реализовать. То есть, если мы отходим от цели, мы повышаем тогда точность нанесения, точность аппликации, и таким образом получаем лучшую защиту для растений. Таким образом, у нас есть разные опции здесь на этой системе, так же, как и разная ширина, возможно, от 15 до 30 метров, рабочая ширина, которая компактно складывается за машиной. И
также компактно могут и целенаправленно использоваться для разной ширины, рабочей ширины, также одностороннее раскладывание возможно. Раскладка, раскладывание – это тоже важно. Мы привыкли к тому, что под отшивкой находится, в принципе, сам этот центр управления, и он хорошо защищен. И здесь мы хотели это показать. Когда мы открываем эту заслонку, эту крышку, то мы видим то, что нам уже известно. Те, кто работал уже с прицепными устройствами, знают все это. И здесь все это очень компактно. И здесь мы видим, что один из конструкторов, наверное, раньше любил играть в Тетрис. Все действительно очень компактно установлено, все вместе. То есть крепление для инструментов, для бутылки с мылом и так далее, лесенка. Все это действительно здесь полностью установлено, очень компактно расположено. И также мы видим шлюзы для разбрызгивания и так далее. Все эти компоненты из других моделей здесь тоже используются. Это для нас очень важно. Здесь мы хотим предложить такой портфель продукции, чтобы для каждого производства была необходимая опция, неважно какого размера это предприятие, независимо от того, что это возможно, чтобы они, что нужно, они могли бы все это использовать полностью без компромиссов. Так мы это можем встретить также и на наших самоходных агрегатах, устройствах. И поэтому, Макс, сейчас я хотел попросить, может, ты расскажешь что-нибудь о наших семействах самоходных машин и что общего или отличия с другими разбрызгивателями, орошителями. Здесь... Это была представлена модель на выставке «Агритехника», платформа ПТ, и на ней дальше устроиваются, устанавливаются дополнительные модели NFL, FVN, Variable Neuro начинается эта модель от 2,25 до 3 метров. И дальше следующий вариант VL, Variable Large, от 2,60 до 3,50 метра. И потом дальше идет от 3,50 до 4 метров. От 3 до 4 метров. Посмотрим, что это означает. Также и высота на этих машинах регулируется. То есть не только сама колея, но и высота от 1,60 метра, которая есть на всех машинах, на VL. Мы можем подняться до 22 метров дорожного просвета. Здесь хорошо это видно на фотографии. Взрослый человек может спокойно стоять внизу под машиной. Кроме того, здесь мы стали также более гибкими. То есть сейчас у нас есть возможности 5000 и 6000 литров. 8 тысяч литров, возможно, только из нержавейки. Таким образом, клиент очень гибко может это использовать. Также и со штангами у нас все это очень гибко построено от 25 до 45 метров. Возможно, свободно выбор любых штанг. Таким образом, клиент может воспользоваться уже известный pull control. То есть... И здесь на VN, VL, Control Pro для точных настроек, для свода до минимума потери и лучшей обработки растений. Здесь, если посмотреть переднюю кабину подробнее, то есть кабина у нас находится спереди, бак по центру. И штанги как противовес сзади тогда на машине. Таким образом у нас оптимальное распределение нагрузки. И когда разложены штанги, тогда у нас будет 50% на переднюю ось нагрузка, 50% на заднюю. Благодаря этому оптимальному распределению веса у нас определенная устойчивость. Точная устойчивость на поле.
Еще, может быть, по кабине несколько подробностей. Здесь мы видим, во-первых, вверху эту черную коробку. То есть это категория 4, фильтрация кабины, чтобы как можно больше аэрозолей выводить из кабины при помощи фильтра активированного угля. И чтобы более удобно было оператору-водителю в кабине. И, конечно, у нас есть еще несколько приятных мелочей в кабине спрятано, которые дают еще больше комфорт. Макс, мелочи, которые дают комфорт. Иногда говоришь, маленькая вещь, большое воздействие. Может быть, посмотрим на эти мелочи в кабине, которые дают нам больше комфорта. Да, тогда давайте посмотрим это удобство, этот комфорт в кабине. Здесь, внутри кабины, посмотрим тогда этот комфортабельный пакет кабины в подробностях. Сюда относятся жалюзи, защита от солнца. С правой стороны здесь дополнительная рельса, направляющая терминала на... Здесь дополнительные поверхности, куда мы можем положить, например, ручку, другие принадлежности. Здесь держатели для телефона. То есть мы можем и заряжать также здесь наши мобильные телефоны. Велюрный коврик и как опция кожаное сиденье. Да, Макс, у тебя в кабине действительно очень удобно выглядит. Теперь... Мы можем, конечно, тоже дать вам это попробовать. Обращайтесь к нам, мы вам все это покажем. И если какие-то вопросы, пишите их тогда в чат. Мы ответим на все эти вопросы, все, что относится к технике защиты растений. И да, у нас есть вопросы, точно. Во-первых, сначала добро пожаловать. Йенс, Макс у нас в студии. Начнем тогда с наших вопросов по теме OrchConnect. На каких машинах начнутся у нас в следующем сезоне? Это интересно. OrchConnect со следующего сезона будет доступен почти для всех наших моделей. Единственное исключение — это Lebikes. Там немного другое программное обеспечение, но для всех остальных моделей, для самоходных, для прицепных опрыскивателей все это возможно. На CS тема тоже, в каких временных рамках задуманы новшества. Да, во-первых, у нас предстоит выставка. Там, конечно, мы покажем дополнительные новшества, но сегодня уже точно можно сказать то, что передний бак появится у нас в следующем году, а именно будет два размера баков и два варианта. Для тех, кто только воду будет брать с собой, у нас есть специальное устройство, но также есть и разбрызгиватель без штанг, то есть такой бак, который работает с другой техникой, трансформерами, например. Во всяком случае, посмотрим, что будет представлено на следующем сезоне. И здесь будет также интегрирована система очистки, которая тоже предоставит хорошие опции для нас, да, очистка, управление, так что это будет, в принципе, как маленькая, небольшая самоходная модель. Макс, ВН мы смотрели на видео. Здесь, например, если поговорить особенно о подсолнечнике, здесь особенно нижние слои почвы важны. Здесь есть разные возможности, особенно если поговорить о кукурузе. Важно, что нужно разделять эти растения, чтобы колеса не повредили листья, когда культура становится выше. Где-то 2 метра нам понадобится дорожный просвет тогда, и тут у нас будет возможность сделать так, что добавляется тогда еще почвенное покрытие, защита почвы, и тогда колеса будут также полностью закрыты корпусом, щитами, так что не будет повреждаться подсолнечник или кукуруза. Сейчас то, чего мы немного коснулись,
Мы касались еще ленточных опрыскивателей. Это у нас была предыдущая тема тоже немного. Для каких культур это может использоваться у нас в общем, можем сказать, для всех рядовых культур, растущих по рядам. Здесь, можно сказать, в широком смысле слова сахарная свекла, маис, но также, например, овощи, как морковь, картофель тоже, красная свекла. То есть всюду там, где мы можем получить эту ленту от 10 до 18 сантиметров, и будет промежуточная зона, где мы можем нормально работать с мотыгой, там тоже, конечно, может иметь смысл использовать ленточные опрыскиватели. Сегодня в некоторых докладах мы смотрели, тоже упоминалось этот position spray в некоторых машинах. На каких машинах это может предлагаться? Сейчас на LT, на GS, на тандемном, на трех прицепных моделях мы можем предлагать собственным софтом и на трех самоходных ПТ, ВН и ВЛ. Также это задумано еще и для будущих моделей, то есть эта программа у нас будет полностью завершена тогда, дополнена, и мы здесь разработали уже достаточно большой потенциал для будущего, чтобы перейти как бы на следующий уровень. Да, большое спасибо вам обоим за то, что вы нам показали и рассказали, и тогда эту техническую часть мы завершим на сегодня. Сегодня у нас еще будет беседа, дискуссия вживую по теме защиты растений. Но с другой точки зрения мы поговорим, насколько системы камер могут нас поддерживать или даже принять решение на месте фермера. Поэтому я буду рад, если вы потом опять послушаете нас и будете задавать вопросы в чате.